Дусь, на, скажи. А так, побежала. За кусиком. Иди, моя хорошая девочка. Ай, иди, моя умница. Нам вчера гости корма еще мешок привезли, пеленок. Сегодня он еще сниму распаковку сазона, пеленки и корм влажный вон для кошек стоит. Вот. Плитка лежит наша. Иди, Колясь, сюда. Коляся, иди, мама снимет. Коля. Оля вон пошла уже в профилакторий. Коля, Колясь, иди. Вот трусямба, а. Вчера выковыривали его из-под поддонов. Он боялся сам выйти. Пошла уже в профилакторию. Вот самостоятельная девка, а. Коля, ну как знаешь. Что такое? И моя косочка, моя любименькая. Да подождите. Моя девочка моя. Оля. За Дусей соскучилась за ночь, говорит. Соскучилась, тихо. Дуся, аккуратно. Оля. Оля моя. Оля моя. Оля. Ага, к тетям питался слазить. Привет. Куда? Стоямба, Коль. Тихо. Стой, подожди. О, Господи, да что ж ты у меня такой трус? Козы, я не трус, но я боюсь. Ой, счастливо. И тихо, иди к сестре, иди. Все, и сразу к щенкам. Правильно, Дуся, накажи его. Ой, мама Дуся. И сыночки, сказы, блатик, и сестричка. Да, родня. Ладня. Ой, ладня. Колясь. Иди, моя сладкая Олька. Куда? А ну, брось. Брось хвост. Скорей, Колясь. Дусь, а ты что подключаешься в игры детей? Вы что, вдвоем против Ольки? Да я тогда буду за Ольку топить. Ой. Ах, он такой кусался. Ну и ты его укуси. Ну-ка, перестал. Ну-ка, перестал. Ах ты, тетя кусака, лисяка. Лисяка кусака, что ли? Ой, груняки. А, Колю, глянь, аккуратно. Так, бросил ухо. Ну-ка, фу. Коль, ну-ка, втащи ему в обратную. Я тебя пожую сейчас, тебя за ухо. Прекратили. Играем нормально. Он сам бежит, зараза. Оля. Оля. Так, мать говорит, сиську давай. Дуся, скажи, нету там уже ничего, да, Дусь? Нету там, сказал, за никакого молока. Нету. Тот щенок, он под машинкой лежит. Жарко. Да? Да? Ой, что ты там? И упала, все. И все, говорит. И все, да? Ненадолго, моя девочка. Мамина красавица. Красавица. Отвечу всем, кто спрашивает, что не пристраиваем ли мы лисят. Мы их выкупали на пушной ферме. Любой желающий, кто хочет себе лисенка, может сделать то же самое. Но настоятельно не рекомендую заводить лисят. Животное это специфическое. В первую очередь по запаху, во вторую очередь по поведению. Поэтому почитайте много информации, как сделала я перед тем, как их брать. Вот. И ты еще раз подумайте. Оля, Коля. Вот так, скажи, сестру загрызу. Те мои игрульки. Не хотят они закрытые сидеть, но у них вольер будет большой. Поэтому места им хватит. Ну, для игр. И где будет покопать, будет земля. И где побегать будет. Да. Вот этих бы жуликов пристроить бы, а? Зуликов этих пристроить бы, зуликов. Таких зуликов бы пристроить. Ты кусался. Ты что наглая такая? Что такая наглая? Ты что кусалась? Олька. Бешеный тараканчик, это Олька. Молись, ты чё там лезешь? Так, пушистые штанишки, с кем деремся? Такое у нас небо сегодня после дождей. Да, Самсончик. Чё мой зайчик?